Ребята, смотрите, что у нас сегодня. Оказывается, только льды. А в бухте мало льда. А здесь все забито. Но он не такой, не скованный. Слабенький. В том году сильнее был лед. Тятю яму так хорошо видно, но на камеру ее не видно совсем. Так красиво. На улице прохладно. Такое солнце, как будто жара на улице. Чуть-чуть тает все. Вулкан. Плохо видно. На съемку. Так тятю очень хорошо видно. Все во льдах. Не сильный лед, просто сверху лежит. До самого Кунашира прям. Полоска такая воды. Прикольно. Так-то всю красоту-то не передашь все равно на камеру. Так необычно смотреть. Замерзшее море. В том году такая же была ситуация. А вот позапрошлым такого не было вообще. В 15-м не было такого. Чтобы лед такой был. С океана нагоняет. В этом году очень много льдов. Корабль не мог пройти от Кунашира и до Сахалина. Поэтому он идет вокруг Японии. Чтобы к нам прийти 4 дня, теперь идет корабль. Потому что там везде льды. Вот такая ситуация в этом году.
смотрите, какие льды. И Фарик пытается развернуться. Люди уже сколько дней получается? 4 дня они уже. 5. В общем, он должен был прийти 1-го, а сегодня 3-е. Не могли зайти, у нас было штормовое. А потом из-за льдов он не хотел сюда идти. Короче, труднодоступность здесь вообще полная. Подойдет и высадит людей. Потому что люди уже, наверное, намучились. Вот так вот. Жить-то далеко от материка. Зимой никуда не съездишь. А если уедешь, то не приедешь.